хорошо. С нами даже о чем говорить. Здесь дофига народа, просто уже нечем дышать. Воздух заканчивается, какие-то пробки стоят непонятные из людей. Ну, пока мы в ожидании. Фонтан Фэша. Сегодня будет показываться Алена Андреева и Лиза Хейнис. Давай что-нибудь говорим. Тем больше херовых головок, тем больше мы получим. Свой маникюр показываешь? Давай побольше света добавим. Не надо. Блеска больше, больше блеска, больше гламура. Дураки такие. А мы умеем мяу. Больше ничего не умеем делать. Вика, а что ты не болтаешь? Я бьюти-блогер. Я только учусь снимать. Бьюти-блогер. Я умею красить губы. И ногти. И также могу взять краску и нанести ее на лицо. Это главное. Сегодня Вова попросил меня накрасить его. Я накрасила. Накрасила тональным. Он говорит, нормально. А я говорю, ненормально, надо брови красить. Накрасила ему брови. Что, какие брови? Так что Вова у нас накрашенные бровями сегодня. Бровьми. Потому что лицо было как блин. Его нужно было как-то обозначить. Где там что? Он какой-то розовый сегодня. Ну вот добавь еще больше света. Еще больше света. Просто он на меня направлен. Вот макака. Мы ждем, что долго все начинается. Ну ладно, их всего два. А, кстати, Вика тоже дизайнер. Лучший дизайнер. Лучший дизайнер на свете. Здесь вообще ничего не поняла. Хватит красоваться. Скажи, что... Скажи, нафига вот на улице сейчас очень-очень тепло, да. Несмотря на то, что утром было холодно. В том году все модники такие вышли без колгот, без всего, все замерзли. Но в этом году вышли без колгот и не замерзли, потому что в этом году тепло. В этом году, как вчера нам рассказал Борис, то, что вообще приходили на Fashion Week, смотри, просто у меня, голые. Смотри, у меня как будто бы, у меня амбре. Смотри, у меня амбре. Видишь, у меня кончики покрашены, смотри. Лиловым, видишь? А у тебя тоже чуть-чуть. И тут у всех. Проекторный краситель. Происходит. О, снимает пленочку. Сейчас начнется. Возьму тебя
за самолет. Бесит уже все просто, я не могу. Когда уже наступит что-то новое? Нам нужно что-то новое, новый уровень. Да, сделайте там, блин, из туалетной бумаги, выйдите голыми, разорвите эту туалетную бумагу. Во, какашки. Круто, шикарно, да, какашек больше, обкидывайтесь блин, какашками. Какой. Вот, создайте цветок новый, модно, модно, природное. Все модно, понимаете? А вы не модные, все модно, а вы не модные. Честно, нам вообще не понравилось. Ну, там одно платье понравилось, но их было столько, что одно платье – это ничего. Неделя мода в 2016 году… Оставляет желать лучшего. Ладно. Поставьте лайк под этим видео, если вам не нравится неделя мода Fashion Week 2016. Ставим лайк за дизлайк.